Опа! Вот первая рыба, ребят, на сегодня. Змееголов средний. Сейчас ее вытащим. На ходу пристрелил, вот он. Вот, ребят, первый змееголов. Всем ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Сегодня у нас очередная рыбалка. Сегодня вышли вот три рогаточника. Вот мои братья. Сегодня вот пришли вот на такой сбросной канал. Это уже проверенный. Мы здесь уже рыбачили, видели, брали рыб. Сегодня вот снова пришли сюда. Будем смотреть. Кто не подписался, подписывайтесь, смотрите видео, ставьте лайки. Все, начинаем рыбалку. Опа! Вот первая рыба, ребят, на сегодня. Змееголов средний. Сейчас ее вытащим. На ходу пристрелил, вот он. Вот, ребят, первый змееголов. Первый змееголов есть. Пришли вот минут 5 только пришли. Первая рыба на сегодня. Все, дальше будем смотреть вдоль этого канала. Решили вдвоем с этого берега стрелять. Вот два человека с того берега. Будем смотреть с двух сторон этот канал. Рыба есть, плавает. Но пока еще на поверхность не выходит. Но рыбу видели уже. Вот первая, вторая рыба. Давай, давай, вытаскивай. Вытаскивай. Давай, давай, давай. Осторожно, осторожно. Давай, давай, где, где? О, о, есть вторая рыба. Средний амур, о, хороший. Давай, давай, давай. Отлично. Вот, ребят, вторую рыбу подстрелили на сегодня. Средний амур. Нормально тоже. Сейчас вытаскиваем. Давай, давай, тащи, тащи сразу. На силу. О, о, вот она, вторая рыба. Отлично. Опа, есть, 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 есть. О, третья рыба. Отличное попадание. Прям по дну, опа, прям по дну плыла. Есть вот, о. Третья рыба на сегодня. Тоже средний амурчик вот. Отлично. По животу попал. Три рыбы взяли. Пришли как час почти примерно. Но пока средние. Большие еще не встретились. Все, дальше будем смотреть вдоль этого канала. Этот канал протяженностью где-то 5-6 километров. Будем дальше прочесывать. На этом все, ребят, возвращаемся. Три рыбы взяли. Больше не вышло. Сегодня выбрали неудачную погоду. Сегодня вот ветер мешает увидеть рыбу. Не знаю, вот в этом канале я в прошлый раз брал хороших рыб. На этот раз что-то не вышло. На этом все. Рыбалку заканчиваем, все. Возвращаемся. Надеюсь, в следующий раз будет более удачная рыбалка. В следующий раз поймаем больше
хороших рыб, выйдет отличный контент. Всем приятного просмотра, всем спасибо.